Здравствуйте! Это информационная программа «День за днем» в студии Рената Булхаиров. Мы расскажем о самом важном в жизни Тобольска и региона на этот час. С наступлением жаркой погоды в Тобольске ежедневно проходят межведомственные рейды по местам массового отдыха у водоемов. Нелегально открытые пляжи представляют большую опасность для людей. Ситуацию изучила Ольга Куричко. Знак «Купание запрещено» выставлен вблизи всех водных водоемов Тобольска. Но палящее солнце и невыносимый южный зной буквально вынуждают тобольчан идти на дикие пляжи. И хотя все они не оборудованы для купания, участники межведомственных рейдов ежедневно встречают в разных местах сотни человек. В рабочий полдень на реке в микрорайоне Иртышском людей немного. Но, говорят, к концу дня желающих искупнуться становится больше. С 12 до 20 часов независимо от погоды, у всех наиболее посещаемых водоемов дежурят спасатели. В их обязанности входит следить за происходящим, не допускать к воде несовершеннолетних без присмотра взрослых, а в случаях ЧП оперативно оказывать пострадавшим помощь. В их арсенале спасательный жилет и веревка. Если человек утопает, то можно жилет на него надеть, если он не умеет плавать. Ну, либо же с помощью веревки. Вот памятки мы им раздаем также людям, ну, для ознакомления. Все понимают, что по всем берегам спасателей не поставить, да и запретить людям купаться невозможно. Каждый день делаются попытки донести до тополяков информацию о том, какие опасности таит отдых на Иртыше. Река эта холодная, течение в ней быстрое. Родители в летний период, многие дети находятся без надзора взрослых, чтобы следили за ними, знали, где они находятся, и на реке присутствовали вместе с ними, не отпускали них на реку во избежание несчастных случаев. Частой причиной гибели людей становится неумение хорошо плавать, переутомление, перегревание, переохлаждение, а нередко и алкогольное опьянение. В Тобольске купаться запрещено. И хотелось бы напомнить гражданам, что предусмотрена административная ответственность. В июне 2024 года в Кодекс Тюменской области об административной ответственности в пункт 2.5 были внесены изменения. Административный штраф составляет на граждан от 1000 до 2 рублей, на юридических лиц от 15 до 20, на юридических лиц от 20 до 40 тысяч. За нарушение мер обеспечения безопасности детей на водных объектах предусмотрен штраф на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей. В ходе рейда были обнаружены дети, отдыхающие на воде без присмотра взрослых в Менделеево у речки Козловка. Им вручили профилактические памятки о запрете купания. Патрулирование водоемов общественники не прекращают. И все ради того, чтобы купальный сезон прошел безопасно. Ольга Куричко, Михаил Куричко, «Тобольское время». Лучшие учителя России соберутся в Тобольске на культурно-образовательной сессии «Умные каникулы». Там представят лучшие педагогические практики учителей Москвы, Краснодарского края, Ростовской, Тюменской и Брянской областей, республик Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Педагоги посетят инновационный центр развития инженерно-технической экспертизы «Сибур-Интех», Тобольский многопрофильный техникум и курорт Алимасово. На различных площадках они проведут образовательные интенсивы, мастер-классы и тренинги, а также поработают в проектных группах. Многие из спикеров мероприятия – победители Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог года» разных лет. Педагогов ждет не только образовательная, но и насыщенная культурная программа. Например, они смогут принять участие в творческих вечерах у костра. Продолжается электронная запись абитуриентов в колледжи и техникумы. Заявления принимаются через портал госуслуги. За 2 недели с момента старта приемной кампании в среднеспециальные учебные заведения Тюменской области поступило уже более 6000 заявлений, из них более 4500 в электронном формате. К системе подключены и колледжи Тобольска. Напомним, что у них в этом году есть новшество в предоставлении бюджетных мест. Тобольский медицинский колледж в этом году предлагает 580 бюджетных мест. Это у нас лечебное дело, сестринское дело, акушерское дело, лабораторная диагностика, стоматология профилактическая, фармация, медико-профилактическое дело, социальная работа,
технологии индустрии красоты. И впервые в этом году мы набираем на бюджетной основе сестринское дело очно-заочное обучение на базе 11 класса. В Тобольском рыбопромышленном техникуме открыто 125 бюджетных мест, а в многопрофильном техникуме 930, что примерно на 200 больше, чем в прошлом году. Это касается и филиала колледжа в Вагае. Приемная кампания продлится до 15 августа. Чтобы подать заявление онлайн, нужно иметь подтвержденную ученую запись на портале госуслуги. Электронная подача заявлений в вузы и колледжи введена в соответствии с указом президента о национальных целях развития. В Тобольске прошла ежегодная областная конференция «День главной медицинской сестры». Более 60 специалистов из городов региона собрались в медколледже имени Володи Солдатова. Елена Тарасова приехала на областную конференцию «День главной медицинской сестры» в Тобольск из региональной столицы. В этой сфере она работает уже много лет. Она начинала свой профессиональный путь с обучения в медицинском колледже имени Володи Солдатова. Тот колледж, который был тогда и какой сейчас, это, конечно, небо и земля. И я прям очень завидую студентам, которые сейчас в это время учатся. Когда есть у тебя возможность, вот эти интерактивные модули, интерактивные манекены, и ты уже идешь к пациенту со знанием, с опытом, не знаю, с багажом таким огроменным. В Тобольске побывали более 60 главных медицинских сестер из разных учреждений области. В программе совещания и мастер-классы гостям продемонстрировали интерактивные площадки колледжа, современное оборудование. Их проводят наши преподаватели и студенты амбассадоры профессионалитета. Мастер-классов всего 8, входят они по группам, как в обычный образовательный процесс. Главные сестры на сегодняшний день стали студентами Тобольского медицинского колледжа имени Володи Солдатова. Мы им выдали зачетки. Каждой группе закрепили куратора, и они идут по маршрутному листу и получают оценки. Но вместо оценок это стикер-паки профессионалитета. Гостей впечатлило то, как здесь реализован федеральный проект «Профессионалитет». Он позволяет студентам уже во время обучения получить уверенные практические навыки. Участники конференции отмечают, этот опыт обязательно будет им полезен в работе и по другим направлениям. Вот это вот все применить и какие-то общие мероприятия, чтобы только наполнено было не только студентами, которые выпускаются и идут в медицинские организации, а чтобы и практическое здравоохранение, медицинские сестры от этого выиграли что-то и подчеркнули все нужное, которое бы пошло именно на пользу нашему населению. Специалисты отмечают, сегодня есть дефицит медицинских кадров. И то, что в Тобольске обучают будущих сотрудников здравоохранения в таких условиях, не может не радовать. Радость и гордость за образование сегодняшнего дня. Ну и сегодня услышана возможность Натальи Владимировны о заключении целевых договоров в отношении среднего медицинского персонала. Это, наверное, огромный прорыв сейчас для практикующих специалистов и возможность получить готового специалиста уже в лечебное учреждение. Тобольских студентов ждут на всей территории Тюменской области, на севере, на юге. Также наши студенты едут и в другие регионы. Это Москва, Омск, Екатеринбург, Челябинск. Едут в южные республики. Студенты везде, кадровая потребность примерно одинаковая. Мы делаем упор, конечно, на сельскую медицину. Мы хотим, чтобы на каждом ФАПе наше население получало достойную медицинскую помощь. Ну а первый шаг к повышению качества медицинской помощи, конечно, образование. Анастасия Плюснина, Ярослав Прохоров, Тобольское время. В городских автобусах в Тобольске вводится автоматическая система самостоятельной оплаты проезда. В июле салоны автобусов оснастят специальными устройствами – валидаторами. Сейчас во многих случаях водителю приходится совмещать свои обязанности с обязанностями кондуктора, а это и ему неудобно, и небезопасно, если приходится отвлекаться от дороги. Ну а пассажирам при посадке в автобус приходится ждать очереди, пока водитель продаст билеты всем. По планам Тобольского ПТП, после введения системы самостоятельной оплаты проезда, часть кондукторов все-таки останется работать на наиболее загруженных рейсах. Часть перейдет в контролеры, а кто-то пополнит ряды водителей.
Проблема бездомных животных остается актуальной. К решению этого вопроса в Тобольске подходят комплексно. Стерилизацией бродячих собак и поиском до них хозяев занимается и муниципальный приют, и зооволонтеры города. С подробностями Анастасия Плеснина. Муниципальный приют в Тобольске работает с 2020 года. За это время сотрудники отловили более 1700 животных. Из них после стерилизации вернули на улицу меньше 400. Остальных пристроили новым или, что интересно, старым хозяевам. Специалисты отмечают, что в последнее время заявок на отлов собак от населения стало значительно меньше. Вот с 7-го микрорайона собака поймана по агрессии, то есть проявляет агрессию. Есть также у нас, которые добрые. Тоже так же пойманные в 7-м микрорайоне. Вот добрый, абсолютно добрый. Там же пойманный. Собаки проходят карантин, вакцинацию, стерилизацию. Также с животными занимаются кинологи. Большую работу в этом направлении делают и зооволонтеры города. Стерилизуем, кастрируем, лечим, если это требуется. И ищем дом. Стерилизация – один из основных методов решения проблемы бездомных животных. И он дает результат. Особенно это заметно в областях, где программу внедрили раньше других. Например, в Московской. В конце прошлого года губернатор Тюменской области Александр Мур рассказал, что и в нашем регионе отмечается положительная динамика. И мы фиксируем некоторое снижение численности животных без владельцев. И мы полагаем, что это все-таки результат мероприятий по стерилизации. Наши медучреждения фиксируют ежегодное уменьшение числа обратившихся людей с укусами. Там в среднем от года к году где-то минус 10-15% снижается количество обращений с укусами. Губернатор также отметил, что является сторонником введения на законодательном уровне ответственности владельцев. Зооволонтеры города считают, что лучшим способом эту ситуацию отследить является регистрация всех питомцев. Достаточно одного безответственного человека для того, чтобы популяция кошек и собак снова выросла. Обязательная регистрация должна быть, привязка, и чтобы хозяин, владелец нес ответственность за все поступки, который там проступки совершить может собака, а также и нес ответственность за свои собственные действия. А еще волонтеры уверены, важно сохранять гуманный вектор развития в этом вопросе. Меры, которые вводят в некоторых регионах, пугают, говорит Светлана. Уже несколько территорий приняли законопроекты, разрешающие эвтаназию собак. Данный метод противоречит закону о жестоком обращении с животными. К тому же ученые говорят, что он неэффективный, ссылаясь уже и на законы природы. Уничтожение бродячих собак, оно, в общем-то, не решает в корне проблему. При уменьшении численности как бы срабатывают внутрипопуляционные механизмы, которые позволяют компенсировать уменьшение численности животных в популяции, ну и, соответственно, увеличивается рождаемость, число щенков в потомстве. Так что проблему, которую создавали десятками лет, не получится решить мгновенно. Необходимо действовать систематически и, конечно, сохранять человечное отношение к братьям меньшим. Анастасия Плюснина, Рустам Рузеев, Ярослав Прохоров, Тобольское время. В тобольских ресторанах идет фестиваль ревеня. Это растение, похожее на лопух, сейчас не в чести даже у дачников. А вот в Петровской России ревень считался стратегическим продуктом международной торговли. В сентябре 1697 года Петр I приказал князю Черкасскому, назначенному в Тобольск воеводой, собирать у населения корни ревеня, отсортировывать их и тщательно хранить. А чуть раньше император отправил тобольского мурзу Авазбакея Кульмаметьева в тайную экспедицию на территорию нынешней Монголии, чтобы собрать информацию о том, как и где растет ревень, как им торгуют, и наладить связи с возможными поставщиками. Сведения, которые добыл Сабана Кульмаметьев для Петра I, видимо, были настолько ценными, что его заслуги были отражены в указе императрицы Екатерины II о присвоении дворянского титула внуку Сабанаку Кульмаметьеву. Практически 200 лет Россия была монополистом по поставке китайского ревеня в Европу. Раньше некоторые виды ревеня активно использовались в медицине. И вот что интересно, корень растения в больших количествах оказывает слабительное действие, а в малых, наоборот, вяжущее. В 60-е годы 20 века ревень активно выращивали дачники, и многие советские семьи запасали на зиму компоты или варенье из черешков. Но потом это растение как-то забылось.
И вот тобольские рестораны решили возродить к нему интерес. Правда, пока на это решились только два заведения. Все-таки Ревень – это не пельмени. Но далее прогноз погоды. Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь на наш телеграм-канал. QR-код, как обычно, на вашем экране. Будьте всегда в курсе всех событий. Хороших выходных и до встречи! 6 июля в Тюмени плюс 26, в Сургуте 23, в Нижневартовске 24, в Казани 33, в Санкт-Петербурге плюс 18, в Москве плюс 23. В Тобольске пасмурно, утром плюс 21, днем 25, ночью плюс 17. Ветер северный 4 метра в секунду.